сегодня, конечно, по сравнению с предыдущим на выезде, уже движение лучше стало, игра в большинстве заметно преобразилась. И, в общем-то, ну, сказалось, конечно, наше сегодня преимущество в классе игроков в целом, но не индивидуально, наши какие-то сильнее, в общем-то, счет по игре, по счет, я считаю, индивидуального и командного мастерства, мы все-таки были больше соперника и порадовало, что мы наконец-то стали реализовывать свои негативные проблемы. Поэтому все домашние начали с победы, надеюсь, что в игре с Тарусом мы покажем тоже хорошие такой еще какие-то. Игорь Александрович, но при этом у нас защитник играет в нападении. Расскажите, это в связи с чем? Я про Астраухова. Саша Астраухов у нас в поездке играл. Значит, четвертое звено у нас собраны там все молодые хоккеисты, лимитчики, 92-93 год рождения. И, значит, Саша поставлен туда для того, чтобы очищать за ними те грехи, которые они допускают, все ошибки исправлять. Он очень работоспособный, подвижный, поэтому он справляется на сильно поднимем и успевает возвращаться в бал. Поэтому только с этим связано.